А в сентябре в регионе появится новое событие – фестиваль дебютного кино «Предчувствие». За лучшие авторские фильмы вручат челябинский «Оскар». Картины молодых режиссеров зрители увидят в городских кинотеатрах. Это кинотеатр имени Пушкина, кинотеатр «Знамя». Соответственно, в них будет установлено соответствующее современное оборудование для показа тех кинолент, которые будут предложены и представлены. Вот. Поэтому время проведения фестиваля запланировано на сентябрь месяц в рамках Дня города. Это некий наш подарок родному городу. Провести кинофестиваль «Предчувствие» предложили в городской администрации. Уроженец Челябинска, режиссер документального и короткометражного кино Сергей Мирошниченко возглавит экспертное жюри. В планах пригласить и других известных режиссеров и актеров. Они проведут мастер-классы для участников фестиваля и смогут выбрать победителя в конкурсе сценариев на тему индустриального города. Все номинации и порядок участия еще разрабатывают. Организаторы заявили, что планируют также устроить для молодых кинодеятелей экскурсии на производство Челябинска. Обсуждают и возможность показа фильмов конкурсантов в других городах области. Очень хотело бы руководство предприятий «Всадки», они бы очень хотели бы, чтобы там проходил эхо фестиваля, проходило. И там они собираются сделать и, возможно, часть вот подведения итогов, допустим, мастер-классы. Но если появятся такое желание, допустим, в Магнитогорске, мы всегда откликнемся. «Предчувствие» заменит кинофестиваль «Полный артхаус», который проводили в Челябинске до 2016 года.